Польше объявлен двухдневный общенациональный траур. 5 и 6 марта страна скорбит по жертвам железнодорожной катастрофы, которая произошла в субботу. Около 10 часов вечера по местному времени 3 марта в районе города Щекоцины на юге Польши на полном ходу лоб в лоб столкнулись два пассажирских поезда, оказавшиеся на одном пути. 16 человек погибли, около 60 из 350 пассажиров получили травмы, трое остаются в реанимации. Для поляков это самая страшная железнодорожная катастрофа за более чем 20 лет. Я езжу на поезде почти каждую неделю, и я тоже могла оказаться в том поезде. По-моему, таких инцидентов, как этот, не должно происходить. Это большая трагедия. Действительно больно думать об этой трагедии. Но я не думаю, что те, кто приедет сюда на Евро-2012, будут бояться ездить в поездах. Несчастные случаи происходят везде. Одному Богу известно, что вызвало этот. Человеческий фактор, техническая или механическая неисправность, или что-то еще. Причины, по которым один из составов свернул на неправильный путь, сейчас выясняются. Прокуратура Польши начала расследование обстоятельств трагедии.